Добрый день, хочу показать книгу, которая пришла из Озона, Александр Лурия «Язык и сознание». Будет время, тоже поизучаю. Александр Лурия, психолог, основатель отечественной нейропсихологии, работал вместе с Выгодским, с Леонтьевым. Для студентов школы хочу записать мастер-класс именно про Лурию, Выгодского и Леонтьева. То есть они вместе работали, такая тройка психологов. И как будет время при подготовке мастер-класса, возможно, буду использовать и информацию из книги, и для себя тоже интересно для работы. В общем, всем психологам рекомендую присмотритесь к книгам Лурия, Выгодский и Леонтьев. Либо начните с роликов на Ютубе. Заинтересуетесь, купите, и будет время, поизучаете, прочитаете. В общем, делюсь, что сама себе заказала.